центре детского творчества «Хибина» состоялся открытый кубок по игре в бильярд «Золотой шар». Подробности в следующем сюжете. Холодная голова, точный расчет, выверенный удар и немного удачи. Все это слагаемое успеха. Шанс стать лучшим. За победу борются 16 игроков. Все они – воспитанники отделения «Классический бильярд» Центра детского творчества «Хибина». На «Золотом шаре» ребята выступают в дисциплине «Пул-девятка». Исход партии почти непредсказуем. Ситуация может развиваться по-всякому. То есть может опытный соперник проиграть более неопытному. В принципе, это небольшая, как говорится, лотерея. То есть кому может кому-то повезти больше, и, то есть результат развернется в другую сторону, менее опытный соперник победит. Каждая партия – поединок нервов. Нужно уметь забыть о неудаче, не расслабиться после хорошего удара. Этот опыт нарабатывается на турнирах, а некоторым сохранять нужный настрой помогают другие виды спорта. Поскольку я не только бильярдом занимаюсь, я еще беговыми лыжами, у меня это уже как, ну, уже настрой сам по себе идет, то есть надо себе поставить цель и как бы идти к ней. Тяжеловато. Ну, видимо, непривычно с того турнира, потому что на турнире на той неделе мы играли в совершенно другую игру, и там были меньше шары, и, видимо, вот ощущения эти остались, и было непривычно играть. «Золотой шар» – турнир дебютный. Проект получил грант регионального министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям. Стал победителем областного конкурса социально значимых проектов. Организатором этих соревнований выступила местная общественная детская организация «Союз детских и молодежных объединений». Акцент сделали именно на бильярде, так как сейчас этот вид спорта очень активно развивается. И, соответственно, у нас стояли определенные задачи, одна из которых – это, конечно, привлечь детей, молодежь к данному виду спорта, да, чтобы он стал массовым, чтобы люди приходили к нам, чтобы записывались. Дебют соревнований прошел успешно. Организаторы решили сделать его традиционным и расширить географию участников. А победителем этого турнира стал Дмитрий Бачурин.